утро. В этой рубрике мы учим новые слова, чтобы быть грамотным и эрудированным. И сейчас проходит событие мирового масштаба – Евро-2016. Чтобы быть в теме, мы будем учить футбольную терминологию. Особенно это касается женской половины населения. Слышь, ну чего его толкнул-то во вратарской площадке? Нормально? И сегодня мы узнаем, что означает вратарская площадка. Ну, это вот ворота, и вот там так очерчено перед воротами, это вратарская площадка. Зона возле ворот, там пару метров. Там, где стоит вратарь. Ну, область, где, из которой не должен вратарь выходить, по идее, во время игры. Ну, это такое большое поле, там, где футболисты. То есть все футболисты? 12 там, 12 там. Это вратарская площадка? Да. Ну, получается, где ходит вратарь? Ну, ходит вратарь. Наверное... Ну, откуда может бить вратарь? Ну, место. Район, может... район, в котором находится вратарь? Белым мелом нарисована вот эта вот граница, где, как бы, где вратарь, ну, это его территория, и заступать за нее защитник. Ну, его площадка, за которую не имеет права тоже выбегать. Это там, где стоит вратарь. Типа ворота, и нужно туда вкинуть мяч. И тогда команда получит гол. Да. Площадка, в которой хозяин вратарь. Это его. Вот, то есть площадь ворот. Вот, вот это он тут может играть как угодно. Может ногой, может рукой, может это самое. Может ему подали, или прикатился мяч, или чужой человек ударил игрок. Или свой, он может по-любому играть, как хочет. Вот. А уже за ней, там уже смотря как это, смотря кто подал, смотря кто. Если свой, он может руками взять. А если чужой, он уже руками не имеет права брать. Вратарская площадка – это площадка непосредственно перед воротами. Честно признаюсь, я сама не очень разбираюсь в футболе. Но мы будем вместе учить новые слова о футболе каждый день, чтобы активно поддерживать нашу сборную и смотреть Евро-2016. Ну а сейчас, ребят, давайте, я тоже буду. Давай, садись. Опля. Ты вот тех, ты за Германию играешь. Ага.